где они хотят сервис. Тут получить и добраться сюда до своих вышек, понятно. То есть, а следующий шаг будет от этих вышек уже сюда. То есть, это дорога вот так вот на простейс. То есть, а у нас здесь получается два озера, одно высохшее, но все равно там родников очень много. То есть, это бывшая речка Озерянка. Озера могут это речка сейчас, на данный момент, они могут войти в то положение, которое, если сейчас поставить гидропомповые сейчас насосы и откачать на данный момент ил, туда войдет практически, зайдет вода. Эта вода питьевая, она хороша. Если мы сейчас дадим разрешение на газовыдобывание, значит, мы тем самым угробим водные ресурсы данной здесь территории. 100%. Да, 100%, потому что... Но если мы поставим сейчас гидропомпы и мы откачаем ил, тем самым мы уберем ил, мы возобновим водоснабжение данного. Моя фамилия Цыганков Сергей Александрович, это вы со мной связывались, да. Я являюсь депутатом Мерифянской мы сразу запишем на эту тему, хорошо, и пойдем снимать, хорошо?